Город, комфортный для жителей и привлекательный для бизнеса. Таким должен быть Заречный согласно новой стратегии социально-экономического развития. Она рассчитана на период с 2020 по 2035 год. В нашем городе началась серия встреч и общественных обсуждений этого документа. Первыми с проектом стратегии познакомились депутаты собрания представителей Заречного. Эта встреча необходима для того, чтобы на этом этапе уже задать все вопросы и, может быть, определиться с тем вектором движения и развития, который хотелось бы, чтобы в стратегии появился. Чтобы добиться основных целей, необходимо правильно расставить приоритеты и в соответствии с этим распределить ресурсы. Стратегия социально-экономического развития – сложный многокомпонентный документ, который касается всех сфер жизни Заречного. Это и наша политика и наши действия в отношении развития человеческого капитала, это затраты на образование, культуру, всю социальную сферу, это и наша экономическая политика, каким образом мы планируем делать нашу территорию привлекательной для ведения предпринимательской деятельности, для бизнеса, потому что это и рабочие места, и, соответственно, реальные доходы населения, это и налоги. Благоустройство, жилищно-коммунальная сфера, градостроительство, работа органов власти и взаимодействие с гражданским обществом, развитие и поддержка городских инициатив, предпринимательство и благотворительность – все это отражено в проекте 15-летнего плана. Стратегия развития напрямую влияет на формирование городского бюджета и реализацию различных программ. Однако этот документ не догма. Исходя из актуальной социально-экономической ситуации, он может дорабатываться и после утверждения. Поскольку период достаточно длительный, 15 лет, то, конечно же, он будет корректироваться, будет изменяться, туда будут вноситься какие-то уточнения. В разработке стратегии социально-экономического развития Заречного будут принимать участие не только чиновники, но и обычные горожане. Уже запланированы встречи с представителями бизнес-сообщества, активистами городских общественных объединений. Можно присоединиться к обсуждению стратегии и онлайн. Проект документа находится в открытом доступе на официальном сайте администрации города. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».